4 августа. Учись отстраняться. Как я могу найти умиротворение и душевный покой, когда мой сын убивает себя наркотиками, а его жизнь полный хаос? Это был первый вопрос, который я задала, когда начала посещать собрание групп Наранона. Я хорошая мать, а хорошие матери заботятся и воспитывают своих детей. Понятие отстранения было за гранью моего понимания. С тех пор я узнала, что мое ошибочное представление о том, какой должна быть хорошая мать, фактически позволяло сыну продолжать употреблять наркотики. Мне пришлось понять, что наркоман мыслит не так, как люди, не употребляющие наркотики, и он не способен отвечать на доброту так, как я от него жду. Как только я осознала, что мои попытки помочь сыну лишь ухудшали ситуацию, я поняла, что мне необходимо научиться отстраняться. Для меня отстранение означало не вовлекаться эмоционально в наркоманию сына, чтобы я могла общаться с ним разумным образом. Раньше, когда я целиком была поглощена его наркоманией, мое настроение целиком зависело от того, в каком состоянии сын. Если он чувствовал себя нормально, я была счастлива. Если он был под кайфом, я впадала в депрессию. Если он воровал мои вещи, я приходила в отчаяние. Если он падал в яму, я падала туда же, на дно, чтобы вытащить и защитить его. Я эмоционально участвовала во всех его делах, и наркомания управляла не только им, но и мной. Когда я научилась отстраняться, то словно разрезала соединявшие нас путы. Теперь, когда наркоман срывается, я в состоянии выстоять и не упасть на дно вместе с ним. Я остаюсь наверху и готова помочь ему, когда он готов принять мою помощь. Я прекрасно понимаю, что наркомании гораздо легче втянуть меня, чем мне вытащить сына. Размышления на сегодня. Отстранение не означает, что мне больше нет дела до сына. Оно означает, что я позволяю себе оставаться эмоционально здоровой, и когда наркоман сам попросит меня о помощи, я буду в состоянии ее дать. Цитата. «Сегодня я применю концепцию отстранения, сделаю лучшее, на что способна в моих отношениях с наркоманом. Если я не могу отпустить полностью, я постараюсь ослабить вожжи». Мелоди Питти.